Всем привет! С вами Кононова Аня, и сегодня я вам покажу купальники. Первый купальник, это, конечно же, сразу моей дочке отошел. Он ей подошел хорошо, размер 85Б, артикул 86577. Это сплошной купальник, цвет черно-белый. Очень интересно. Конечно, он подойдет и на стройную девушку красивую, и на полненькую, но молодую. Потому что, в принципе, никаких нареканий к купальнику нет. Дочка у меня его померила, сел он на ней хорошо, изумительно. Конечно же, он легко налез на меня. Он скрыл все недостатки талии, животика, все, что не нужно, спрятано. Но вот эти завязки, да, это для девушек уже, у которых грудь молодая, девушки, которые еще не рожали, или, я не знаю, спортом хорошо занимаются, берегут грудь, да, до старости, или еще что-то. Ну вот, вы знаете, на мне вот именно верх смотрелся, ну, просто смешно. Да, то есть, ну, конечно, девушки, у которых не маленькая грудь и которым уже за 30, этот купальник точно не подойдет и никакого шарма не добавит. Это мое личное мнение. Вот, стоит он, в принципе, средне, не дешево, не дорого. С нашей скидкой он нам обошелся не очень-то дорого. И вы знаете, вот самое интересное, что дочка от него прям безумно в восторге. Она в восторге от такой же голубой версии. Она носила оба. Вот у нас стояло всего 4 дня жары. Она все 4 дня купалась в голубом купальнике. Этот купальник мы пока что решили оставить ей именно в бассейн. Вот, пока жары больше не было, и она не смогла сходить в этом никуда. Тот, конечно, уже постиран, все, но он абсолютно так же, все-все прям один в один. Конечно, очень качественная вещь, убирает, прячет все недостатки с фигуры, ну вот, кроме, конечно же, груди. Он тоненький, высыхать он у вас будет быстро после купания, даже если кажется, что много ткани, да, и вот у него состав. Состав у него микрофибра 88% полиамид, 12% эластан и подкладка 100% полиэстер. Стирать при 30 градусах. Купальник голубой мы постирали, и вы знаете, с ним ничего не изменилось. Все здорово, все классно, поэтому этот купальничек мы тоже решили оставить, решили его не возвращать. Конечно, я его заказывала себе, но это 100% дочери. 100% дочери. И вы знаете, очень приятно, что 85Б ей подошел. Просто мы ей завязали тут побольше. Да, побольше тут узелочек у нас получился, завязочки подлиннее. И они смотрятся, в принципе, хорошо. В плане того, что не нужно тут навязывать много узлов, он как бы так, да, одна длинненькая висит, другая на петельке, и в принципе нормально, да, но, конечно, надо было ей заказать 75, тогда было бы 75, я имела в виду объем груди, да, тогда было бы, конечно, лучше. Вот такая вот моделька. Вот, далее я себе оставила такой еще купальник, и у нас идеально один в один был такой же купальник, такой же лиф, но дочка его уже схватила и сходила на нем, в нем на речку. Понятно, мы его уже постирали, все с ним хорошо, просто, ну, уже ношенное показывать как-то некрасиво. Вот один в один точно такой же был купальник, как и такого цвета, да. Вот, это у нас с вами плавки, цвет черно-белый, размер 44, артикул 86584. Что хочется сказать, 44 размер нижнего белья я заказываю давно, но эти трусики мне малы. Но я также заказала еще и трусики с завязками такие, да, то есть, и мы с дочкой, я сразу сказала, давай мне трусики с завязками, а эти будешь носить ты. Вот эти на нее сели трусики просто идеально, все хорошо, а мне эти трусики туговаты, они впиваются в бока. То есть я бы, конечно, не отказалась от L. Мне кажется, что трусики L мне бы больше подошли, чем 44М. Хотя нижнее белье от Faberlic я ношу 44М. Вот. Не получилось.
Да, та же самая история у меня получилась и с этими трусиками. Они тоже очень сильно врезаются в бока. Получается такая гусеница, да, извините, конечно, за подробности. Но я оставилась, тоже их отдала дочери. Да, она будет носить их вот с таким вариантом, да, лифа. А я буду носить вот такие вот на завязочках по бокам. То есть, как бы, по идее, вот это идет комплектом, да, и вот, по идее, вот это с этим нужно носить. Но я решила носить вот это вот с этим, да, то есть, вот так вот у нас интересно получилось, мы поменялись, но так как оно одинаковое, то, в принципе, очень легко комбинировать, очень легко сочетать. Вот, если в чем-то сомневаетесь, вы также можете заказать 4 модели и оставить ту, которая вам нужна. Качество отличнейшее. Вот давайте я вам даже покажу покрупнее, да, как оно все прошито, как это все идеально смотрится. Сама ткань очень красивая. Да, вот посмотрите, очень красивая сама ткань. Прям никаких нареканий нет. Ну вот единственное, что такое чувство, что они мало мерят, потому что мне они действительно врезаются сильно. Вот, значит, эти трусики я вам показала. Эти трусики великолепно можно регулировать. И я их забрала себе сразу же. Это тоже размер эмочка. Размер эмочка. Плавки с завязками. Цвет черный. Размер 44. Артикул 86079. То есть, вот, это буду носить я, а те плавочки дочка. Вот. Также лиф. Конечно же, я вставила обратно, чтобы вам показать, но мы доставали. То есть, этот лиф подошел и мне, и дочке. Все хорошо. То есть, тут можно просто подтянуть, подзатянуть, и все. Носить могут все. Да, то есть, носить могут все. Такое чувство, что у них нет размера, хотя размер есть. То есть, если вам нравятся такие штучки в лифчике, то, конечно, это здорово. Я их сразу же убрала. Вот, и давайте с вами посмотрим. То есть тут он уже не двигается, вот эти чашечки, да, в черно-белой версии не двигаются, тут нет. Тут уже все цельно сшито, как оно есть, так оно есть. Лямочки широкие, но вы знаете, он очень хорошо держит мою грудь и хорошо сел на Катюшку, в плане того, что вот она тут побольше просто завязала, да, она тут побольше завязала и лучше. Вот, также завязки сзади. Больше завяжете, вот, лучше в натяг, и вообще, как бы, грудь полностью закрывает. Вот, поэтому носить будем с удовольствием. Это Катюшки, а вот этот лиф, он мне идет, пойдет, да. Этот лиф мне очень понравился, и почему-то, на мое удивление, он мне подошел, хотя он идет 80Б. Я заказывала 85Б голубой, и он мне шел идеально. Этот тоже подошел, и что тот, что этот. Да, как бы здорово. Такая вот красотища. Очень понравилось то, что тут можно выбирать, куда завязывать бретельки. То есть, если вам не хочется внизу, вы можете их завязать вверху. В принципе, ничего страшного, где-нибудь под волосами видно не будет. Вот, то есть, таким вот образом, да, за шеей. Вы можете это все достать и завязывать, куда вам уже хочется. Вот, сама ткань прям 5 с плюсом за качество. И, конечно же, классный дизайн, красиво. Красивый, очень красивый, мне понравилось. Будем носить с удовольствием или поедем в нем на Шри-Ланку. Так, эту модель я заказала еще вот такую себе модель. Это, конечно же, мое. Дочка попросила, кстати, черный купальник, но о нем позже. Вот, лиф пушап, цвет черно-белый, размер 85Б, артикул 86-559. Вы знаете, тут до такой степени тоненький поролончик, еле заметный. Но вот
Я бы, конечно, предпочла, не знаю, зачем я заказала, я такие модели не люблю, но вы знаете, вот как чувствовала, он очень хорошо на мне смотрится, но мне кажется, что это больше вечерний вариант, потому что тут мне нравятся полосочки на жару загорать, чтобы как можно больше тела было открытым, а тут, конечно, много тела будет закрытым, но для девушек с реально большой грудью это просто спасение, такой вот лиф, и смотрится красиво, грудь приподнимает так, ну, пушап есть пушап, конечно, смотрится более так женственно, более, не постесняюсь этого слова, сексуально, так красиво, да, конечно, да, вот эта моделька облагораживает уже для женщин, молодежь, конечно, тоже им подойдет, но им лучше с завязочками, завязочками более игриво, вот. С завязочками у меня тоже было, есть этот купальничек, но Катерина уже сходила в нем покупаться и постирала его. То есть мы заказали много купальников. Да? Следующий купальник, вот это сплошной. Вы знаете, очень интересная вещь. Вот обратите внимание, да, вот когда она его одевает, вот тут вот бедра, они слишком сильно открываются. Но так как она идеально стройная у меня, да, она занимается спортом, то у нас нет проблем ни с чем. Да, то есть оно смотрится не вульгарно, здорово, но очень сильно вот именно вот эти вот места по бокам открывает. Лиф у нас тут идет, по-моему, 75. Размер 75С, и в принципе он нормально смотрится. Вот мы тут все вшито, да, как вы видите, оно вшито, это никак не убрать, здорово, классно, и в принципе все хорошо, нареканий нету. Но вот уж очень он какой-то, вот смотрите, да, как спина идет. Он очень закрытый, вот, и, конечно, если есть какие-то недостатки в фигуре, то вот вы знаете, он, когда я его одевала, он утягивает хорошо животик, но не так, как вот корсеты, да, утягивает, а все равно подтягивает, делает силуэт стройнее. Да, это, в принципе, прекрасная альтернатива сходить на пляж в купальнике, в парео, еще там в чем-то, да, и вы, как бы, будете чувствовать себя намного лучше, чем, как бы, в открытом купальнике. Да, беременным он не подойдет, потому что он действительно фигурку немножко стройнит, и он приталенный, как вы видите, тоже очень интересно. Тут вот эти вот штучки, не знаю, как их назвать, завязочки, украшения. Оно как-то вот визуально еще бюст увеличивает. Вот, не знаю, долго ли все это дело будет сохнуть после моря. Вот, и, конечно, на черное будет припекать, мне кажется. Вот это вот тоже неудобно. Лямки, как вы видите, тут широкие, хорошие, такие добротные, хорошо тянутся, регулируются. Ну, как бы нормальный такой купальничек. 86003, если я не говорила артикул, я что-то не забыла. Ну, как бы в целом, да, интересная очень модель. Подойдет, я, мне кажется, всем, лишь бы у вас был вкус такой, что черное носить. Вот, и очень хорошо скрывает недостатки вот фигуры. Да, вот в районе талии прям идеально. И последнее, что бы мне вам хотелось показать, это я заказала себе, очень-очень понравилась эта вещичка. Никогда не носила зеленый цвет, и тут я одела, и вы знаете, как-то вот здорово. Это идет парео, оно сшито, и оно просвечивает, да, как вы видите, абсолютно просвечивает. Носить его с черным купальником, вот мне лично, я буду очень рада. Артикул у него я уже потеряла, потому что я в нем один раз сходила, прогулялась до речки, да, то есть в сланцах в наших, да, зелененьких, новеньких, и вот, вы знаете, очень довольна, красиво, все спрашивали, откуда это у тебя, где купила, да, потому что у нас, в принципе, поселок маленький, 7000 населения, такие вещи у нас не продаются, надо ехать в город покупать, да, то есть, ну, тут, конечно, я не упустила возможность похвалить компанию Faberlic, да, рассказать про возможности бизнеса, про то, что можно одеваться со скидкой, получать еще подарки за это, да,
И, конечно, мне очень понравилось. Тут идет пояс, он завязывается, как вы видите. Но вещичка мне на самом деле очень-очень понравилась. И я бы вот, вы знаете, у меня дочка говорит: мама, можно мне такой же? Мы же с тобой редко вместе на пляж ходим, да? Но вот уже размера этого ее не было. Но там еще есть размерчики побольше. Мне кажется, он подойдет любой девушке. И очень худой, и девушке элегантных размеров он очень подойдет. Ну, в общем, красота. Мне вот очень понравилось. И прям я жду жару, чтобы еще раз в нем походить, чтобы сходить в нем на пляж. Буду очень рада его одеть и возьму с собой его обязательно в Доминикану. Вот прям 100% уже возьму. У меня есть голубое парео и вот это вот зеленое. Я думаю, мне хватит. С вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.